Разрешите? Пожалуйста. Я вам нравлюсь? Только честно. Если честно, не очень. А почему вы приглашали меня танцевать? Чтобы отблагодарить вас за ваше приглашение. А, вы джентльмен. Ну, тогда разрешите, я вас приглашу на танец. Вы женаты? Да. Неправда. Послушайте, сколько вам лет? 21. И давно? Уже 4 месяца. Что вас еще интересует? Студентка. Постов не имеет. Первый разряд по теннису. Ленка, айда в красный факел! Идите без меня! Товарищ капитан первого ранга, а вы знаете, когда цветут бананы? Кто вы такая? Не волнуйтесь, все очень просто. Ваш санаторий через забор от нашей турбазы, а конура, в которую вас поселили, совсем рядом. И зовут вас Арнольдом. Арнольдом Петровичем. А в 11 вы пьете простоквашу. Не опоздаете. Спасибо, что напомнили. Ну, не стоит. До свидания. Арнольд Петрович, да? Не забудьте о простоквашке. Я. Чего кричите? Вы побледнели? У вас сердцем как? Порядок? Как вы сюда попали? Глупый вопрос. Через забор, конечно. Не вставайте. Ну, знаете. Прошу вас, оставайтесь на месте. Что? Да я сейчас. Предупреждаю, закричу. Зачем же вы пришли? Черт, ты полезла, если шарахаешься от меня. Ну, пари. Какой еще пари? Я поспорила с Зинкой, что проведу ночь здесь, у вас. Дуреха. Но вы! Чш. Кто это? Кто? Это я. Вы простоквашу забыли выпить. Стакан завтра в столовую принесете. Хорошо, спасибо. Предупреждала ведь. А вы что, лечитесь? Лечусь, не лечусь. Какое это имеет значение? Она, видите ли, на пари. Насмотрела заграничных фильмов. Где Зинка? Где твои друзья? Там. Подруга пошла к незнакомому мужчине, они спят спокойно. Они не спят. Они ждут моего возвращения. Да вы не волнуйтесь. Я промолчу. Они пусть думают себе, что хотят. Да.
Уж они придумают. Черт побери. Ну вот что. Хватит. Иди. Куда? Откуда пришла? Вот дождь кончится, тогда пойду. Сейчас иди. Слышишь? Откройте, слышите, откройте! Какая лента? А вы не прикидывайтесь. Девочки, я здесь. Ну, знаешь, Соловьева, такого мы от тебя не ожидали. А вы? Как не стыдно? А еще офицер. Я не ожидал, что они вас выпишут. Ну, подумаешь, отдохнете дикарю. Благодарю за ценный совет. Пожалуйста. Спасибо. А Мурзилку берете? Мурзилку для этой девушки. Прошу. Но вы же мужчина. Вы должны быть великодушны и простить меня. Ну, должен же быть какой-то выход. Ну, давайте я напишу объяснительную. Опишу все, все как было. Не поверят. Ну, а что же делать? Вот если бы ты сама все рассказала. Я? Но как? Это я должна ехать вместе с вами? Непременно. У меня нет денег, я все потратила. Зато мои целы. Ну хорошо. Ну а что я им скажу? Что ты моя невеста. А поверят? Конечно. А вы? Вы как потом будете выкручиваться? Никак. У нас не принято обманывать командование. Я подумаю.